Друзья, съемочная группа в городе 512 прибыла в магазин Trendon. И каждый из нас преследует свою собственную цель. Например, Ксюша. Ты знаешь, Тёма, я хочу себе нежный, романтический весенний образ. Неплохо. Михаил? Ну, ты знаешь, Артём, в связи с тем, что грядет новый весенний сезон, я планирую кардинально сменить свой имидж. А какие цели преследуешь ты? Друзья, у меня на самом деле самая сложная цель. Я попытаюсь доказать вам, что не очень высокие и не очень худые люди также могут выглядеть стильно. Надеюсь, у меня все получится. Погнали! Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас, приветствую. Ну что, ребят, вы готовы? Мы всегда готовы. Сегодня мы постараемся изменить кардинально ваш образ и удивить вас. Поехали. Поехали. Ну что, Игорь, ты слышал мою цель, что ты можешь посоветовать мне? Ну, так как ты сегодня пришел к нам в стиле casual, цветная рубашечка, цветные джинсы, наверное, сегодня у тебя переодение в классику. Выберем какие-то классические джинсы, рубашечку и свитерок. Ну, это всегда, всегда в тренде, я тебе полностью доверяю. Ну, тогда поехали. Вот это самое одно из таких ярких, крутых платьев, да, с губками. Ярко. Беру все. О, просто отличный образ. Ты знаешь, Ксюш, если молодой человек пригласит тебя на свидание, мне кажется, он будет переживать, потому что на свидании нужно накормить сразу столько голодных ртов. Да-да. Переходим к следующему образу. Весьма привлекательно, но ты знаешь, Ксюш, что я хочу сказать? Выходя из дому в этом наряде, главное не забыть завязать шнурки. Не, ну здорово. Так сказать, в лесу родилась Ксюшенька, в лесу она жила. Ну, а если серьезно, то это чудесное платье для того, чтобы устроить пикник на природе. Ты, Ксюша, можешь легко слиться с соснами, елками, если парень тебе не понравится. Не, ну а на самом деле платье прям классное. Слушай, ну вот здесь прямое попадание, ты выглядишь просто прекрасно.
Паш, ну наконец-то настала моя очередь. Что посоветуешь? Потому что мне нужна кардинальная смена имиджа. Я предложу тебе действительно кардинальную смену. Это такой сейчас уже 2 года популярный стиль. Мантии, такие безразмерные футболки. Ну, в общем, ты сейчас сам все увидишь. Андрюха, Андрюха! С этого дня я светлый стараюсь. Ну что, мы завершили для Артема модный приговор. Я считаю, что мы подобрали очень стильные классические туфли. Рубашку, он вполне может пойти на любую встречу или ресторан. Мы мерили платье Ольги Гуровой, мы мерили костюм Yellow June, шорты Yellow June, мерили блузку Пока вместе с шортами, мерили платье Севенерос, 2 платья Motion. И остановились мы все-таки на костюме монохром, сером топ и юбочка. Я думаю, у нас все вышло. Мы одели Мишу. Николаю нужен новый герой. Поэтому мы решили дать ему мантию. Ну что ж, друзья, мы справились со своими изначальными задачами, и все это стало возможным благодаря дружнему коллективу магазина Trenden. Мы выражаем вам огромную благодарность вам и, конечно же, вам, и вы нам тоже. Тоже выражаем благодарность в виде маленьких презентов. Это сертификаты, которые вы можете потратить только в нашем магазине на 300 гривен на любую покупку. То есть в Сильпо не получится, да, их потратить? Ну, вы можете попробовать, не знаю. Ну что ж, друзья, я 2 возьму себе. Нет. Друзья, будьте в тренде, ходите в Trenden, смотрите в городе 512. И будьте на светлой стороне.